Всем здравствуйте, дорогие видеозрители, с вами Герман, вы на канале Акамарачи, и это новый такой формат видеороликов по поводу различных книг, а также всяких там аниме. Да, но аниме не будет практически, просто это так совпало с книгой. Итак, начнем. Все люди, которые любят играть в игры, особенно MMORPG или там стрелялки и так далее, тому подобное, все хотят что-то нового, но в итоге все как-то останавливаются на одних там игрушках, потом они надоедают, и вот они потом все это бросают. И вот у меня точно так же произошло, мне практически надоело во все играть, и я захотел посмотреть что-то. Что-то посмотреть именно про MMORPG и так далее и тому подобное, посмотрел кучу аниме, и вдруг я наткнулся на такое офигенное аниме под названием «Аватар короля». Да, это новое аниме было на 2017 год, и я думаю, почему бы и нет. Суть аниме в чем? Главный герой анимешки нашей, это у нас Яцю. Его, получается, у него есть команда, и его выгоняют с команды, специально подстроили так. И он уходит, получается, вообще так, в отставку, если можно так выразиться. Его нагрели, выгнали и все. Он был самым лучшим в игре под названием Слава. Это так называется ММО-игра. MMORPG игра. Очень популярная была там в ихние там года, если можно так сказать. И, естественно, его выгнали, и он не знает, куда идти, что ему делать, и он приходит в первый попавшийся компьютерный клуб и показывает неплохие возможности своей начальнице, где она его берет на работу в качестве сисадмина. Но это все вы, в принципе, можете прочитать описание. И в этом начинается, с этого момента его начинается история его, и он начинает вершить суд. Да, да, дорогие друзья, это аниме. Кто не любит читать, посмотрите анимешку. Главный герой все взрослые, рисовочка просто великолепная, сюжет проработан, то есть тоже очень классно. Смотрите, кто не любит читать. Кто любит читать, парни, девушки, вы просто красавцы. Тогда вы зашли по адресу. Я вам советую офигенную ранобу, тоже, которая называется «Аватар короля», по которой снималось аниме. Если вы любите читать, не смотрите аниме. Правда, оно хорошее, да, но ранобы просто бомба. Единственный минус ранобы в том, что сейчас, на данный момент, на русскоязычном сайте всего лишь переведено 700 глав, что-то где-то в эту степь, там 670 вроде бы, около 700. А в оригинале там 1200 глав, вы понимаете, или 2000, что-то туда идет. И очень хочется конца, очень хочу конца этой великолепной истории, потому что главный герой, он настолько харизматичен, он настолько пафосен, он настолько крут в этой книге, что я не знаю даже, как выразиться. Это просто фантастическая книга. Кто... Ранобы, будем так говорить, да, ранобы. Кто не читал и любит игры, любит MMORPG, любит вот эту вот реальную жизнь, там, где постоянно всех кидают, где на каждом шагу предательство, нету ничего хорошего в жизни. Так, ну, сами знаете, жизнь такая, очень трудная штука. Здесь в этой книге довольно-таки качественно все это отображено и очень-очень грамотно проработан сюжет, как мне кажется. Герои не статуи, они раскрыты, у них есть своя история. Главный герой — это вообще загадка мировая. То есть я вам очень сильно рекомендую почитать эту ранобу, кто не читал. Вот. И я думаю, больше разглагольствовать не стоит, поэтому я оставлю ссылку именно на это ранобу в описании, и также ссылку на аниме, чтобы вы его посмотрели, именно на тот качественный перевод, на котором смотрел я. И если я вам вообще очень понравилось это видео, именно видео в таком формате, именно игровые книги, то есть жанр литер RPG, либо какие-то ранобы будем рассматривать, если вам понравилось видео в таком формате, то скажите мне, пожалуйста, напишите в комментариях, ставьте лайки, и тогда мы продолжим эту рубрику, будет еще видео на такую тему, потому что я довольно много прочитал ранобы и прочитал
неплохо книг именно по LitRPG. И могу очень так неплохо посоветовать именно для тех людей, которые уже наигрались в игры вдоволь. И хочется что-то вот окунуться в игровую атмосферу, прочувствовать полностью все. Но нету такой игры, которая вот поможет это сделать. Но поможет в этом книга или ранобэ. Поэтому кто хочет окунуться в этот омут с головой, пройтись полностью как король вообще по этой ранобэ и окунуться в этот мир огромный, красивый, загадочный, с этим главным героем и разрывать всех и вся, и просто поражаться постоянным таким очень умным и холодным решением главного героя, то прошу добро пожаловать. Переходите по ссылке, ставьте главный лайк этому видео и подписывайтесь на канал. С вами был Герман, канал Акамарачи. Всем приятного чтения и кому просмотра. Покеда!